Здравствуйте, уважаемые шестиклассники и коллеги! Сегодня мы продолжаем серию видеоуроков и поговорим о повелительном наклонении глагола. Предлагаю такое стихотворение Ольги Высоцкой. «Берегите друг друга, добротой согревайте, берегите друг друга, обижать не давайте, берегите друг друга, суету позабудьте и в минуты досуга с другом рядом побудьте». Вы увидели, что в стихотворении подчеркнуты глаголы, и наша задача сегодня определить, к какому наклонению они относятся. И цель нашего сегодняшнего занятия, я уже делаю подсказку, научиться отличать глаголы в форме повелительного наклонения от других наклонений, научиться писать мягкий знак после шипящей формы единственного и множественного числа глаголов повелительного наклонения и правильно использовать глаголы в своей речи. Давайте познакомимся с правилом. Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые кто-то приказывает или просит выполнить. Они отвечают на вопросы «что делай», «что делаете», «что сделай», «что сделаете». Например, «берегите», «приходите», «выучи» и «садитесь». Форма повелительного наклонения образуется от основы настоящего и будущего времени с помощью суффикса «и». Например, «держат» – «держи», «несут» – «неси», «пишут» – «пиши», а также могут быть образованы без суффикса. «Наденут» – «надень», «спрячут» – «спрячь». В повелительном наклонении глаголы изменяются по числам и выражают значение лица. Давайте посмотрим на практике. Образуйте форму повелительного наклонения единственного и множественного числа. Предлагаю такие слова: продавать, приглашать, кататься, дружить, смешить, смотреть, выбирать, покупать, смеяться, беречь и любить. Поработаем с первым глаголом. Продавать. Нам нужно образовать повелительное наклонение единственного числа, то есть продавай. И во множественном числе продавайте. Приглашать. Единственное число приглашай, во множественном приглашайте. Кататься. Катайся в единственном числе и во множественном катайтесь. Все остальные глаголы я вам предлагаю сделать самостоятельно. Второе задание. Прочитайте текст, заменяя глаголы неопределенной формы глаголами повелительного наклонения множественного числа. Научиться быстро включаться, не отвлекаться, быть внимательны и аккуратны. Вы видите, да, что перед нами инфинитивы, а нужно данные глаголы поставить в повелительное наклонение множественного числа. Что же получается? Научитесь быстро включаться, не отвлекайтесь, будьте внимательны и аккуратны, сядьте прямо, не горбитесь. Сначала готовьте уроки средней трудности, когда тянетесь в работу, переходите к выполнению наиболее трудных заданий, заканчивайте более легкими. Через каждые 40-50 минут делайте перерыв на 5-10 минут. Также напоминаю, мягкий знак всегда пишется на конце глаголов в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих. Например, нарежь мягкий знак после же, нарежьте, избавь, избавьте. И мягкий знак также сохраняется перед суффиксом «ся» и «те». Избавься. Только нужно запомнить, что в словах «ляг», «лягте» во втором слове мягкий знак не пишется. Давайте с вами поработаем над этим. Прочитаем предложенные слова и вставим пропущенную букву. «Прячься» мягкий знак пишется, потому что суффикс «ся». «Не плачьте» мягкий знак пишется перед окончанием «те». «Избавься» пишем мягкий знак перед «ся». «Не упрямься» также с мягким знаком. «Не печалься» с мягким. «Съешь» на конце пишем мягкий знак, второе лицо единственного числа. «Отрежьте» перед «те» мягкий знак сохраняется. «Намажь», «назначь» пишем с мягким знаком. «Познакомься», «утешьте» и «не перечь». То есть все слова пишутся с мягким знаком. Обращаю ваше внимание, что следует различать формы повелительного и изъявительного наклонения второго лица.
Окончание «ите» пишется в форме повелительного наклонения независимо от спряжения и в форме изъявительного наклонения в глаголах второго спряжения. Например, «поднимите», «вы с ним говорите», а «ете» пишется в форме изъявительного наклонения в глаголах первого спряжения. «Поднимаете» и «ищете», потому что это глаголы относятся к первому спряжению. И поработаем с вами над таким заданием. Читаем предложение и вставляем пропущенные буквы. Вытрите пыль со стола. Когда вытрите, возьмите ручку и напишите письмо. Вытрите пыль со стола. Глагол «вытрите» является повелительным. Вставляем букву «и», это суффикс, а «те» у нас получается окончание. Когда вытрите, возьмите ручку и напишите письмо. Когда вытрите, это глагол изъявительного наклонения, поэтому пишем букву «е», потому что глагол заканчивается в инфинитиве на «ать» – вытирать, а мы помним, «ать» относится к первому спряжению. И возьмите ручку и напишите письмо. Мы понимаем, что эти глаголы указывают на просьбу, приказ, поэтому они являются повелительными и пишем букву «и». Когда вышлите посылку, пришлите телеграмму. В первом глаголе пропущена буква «е», потому что это изъявительное наклонение, а «пришлите телеграмму» пишем букву «и», потому что оно является повелительным. Третье, четвертое предложение отработайте самостоятельно. Думаю, что у вас, ребята, все получится. И хотелось обратить внимание на трудные случаи образования форм глаголов. В инфинитиве «глядеть» глагол, да, в единственном числе, мы образуем «гляди», во множественном «глядите», «ехать» – «поезжай», «поезжайте», «лазать» – «лазай», «лазайте», «лезть» – «полезай», «лезь» и во множественном «полезайте», «лезьте», «лечь», «ляг», «лягте», «трогать», «трогай», «трогайте», «бежать», «беги», «бегите», «положить», «положи», «положите», «класть», «клади», «кладите», «ездить», «езди», «ездите», «махать» единственное «помаши» и во множественном «помашите», «покупать», «покупай», «купи», можно сказать, и «покупайте», «купите», и «разъехаться», «разъезжайся», и во множественном числе «разъезжайтесь». Так как часто, употребляя данные глаголы, люди делают ошибки, поэтому мы с вами проработаем и выполним такое задание. Прочитайте словосочетание, исправьте ошибки. «Ехай в город», «положи на стол», «махай другу», «купи яблок», «ляж на пол», «бежи вперед» и «глядите в окно». Первое словосочетание, глагол употреблен неверно. Правильно, «поезжай в город» или «поезжайте в город». «Положи на стол» – верно. «Махай другу» – не «махай», а «маши другу». «Купи яблок» – словосочетание правильное. «Ляж на пол» – но не «ляж», а «ляг» или «ляхте». «Бежи вперед» – «беги» или «бегите вперед» и «глядите в окно». Словосочетание образовано верно. Ребята, еще раз обращаем внимание на перечень глаголов, которые вам нужно выучить, чтобы правильно использовать их в своей речи. Спасибо за внимание. До новых встреч! Добрый день! Уважаемые ребята, сегодня мы на уроке с вами рассмотрим тему решения уравнений. С помощью правил нахождения неизвестного слагаемого мы с вами можем решить уравнение вида x плюс a равно b, где a и b – некоторые числа, а x – неизвестное число. Также, используя основное свойство пропорции, мы с вами можем решить уравнение вот такого вида, где x – неизвестное число, а b, c и d – некоторые числа, отличные от нуля. Но встречаются в заданиях уравнение вида 3x плюс 4 равняется x минус 5. Ни одно ранее изученное правило не дает нам ответ на вопрос, как же решить это уравнение.
Чтобы решить данное уравнение, нам понадобится следующее утверждение. Если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, при этом изменив его знак на противоположный, то мы получим уравнение, имеющее те же самые корни, что и исходное уравнение. Давайте попробуем применить это утверждение при решении уравнения. Вернемся к ранней проблеме. Необходимо решить уравнение 3х плюс 4 равно х минус 5. Выполним перенос слагаемой. Х из правой части перенесем в левую часть, слагаемое 4 из левой части перенесем в правую часть. При этом обращаю ваше внимание, что утверждение нам говорит, необходимо поменять знак на противоположный у каждого слагаемого. Получим. 3х минус х будет равняться минус 5, то, что было в правой части, минус 4. Решаем полученное уравнение. 2х равняется минус 9. Находим неизвестный множитель, минус 9 делим на 2. Получаем, что х равняется минус 4,5. Ответом является корень уравнения минус 4,5. Хочется напомнить, что решить уравнение значит найти все его корни или доказать, что таких корней нет. С помощью этого утверждения мы с вами решили вот такого вида уравнения. Давайте закрепим это утверждение на практике при решении следующего уравнения. 16 минус 18х равно минус 25х минус 12. Перенесем слагаемое 16 из левой части в правую часть уравнения, а слагаемое минус 25х, наоборот, из правой части в левую часть уравнения. Получим. 16 минус 18х равно минус 25х. Еще раз обращаю ваше внимание, что при переносе слагаемых знаки у слагаемых поменялись на противоположные. Решаем полученное уравнение. Получаем. 7х равняется минус 28. Чтобы найти х, нам достаточно минус 28 разделить на 7. Х равняется минус 4. Таким образом, решение этого уравнения является корень минус 4. Следующее уравнение. Оно немножечко сложнее предыдущих уравнений. 0,2х. Плюс 4,3 равно 0,4х минус 6,5. Применяем наше утверждение. Переносим слагаемые из одной части в другую, при этом поменяв знак у слагаемых на противоположный. Давайте все слагаемые, содержащие х, переместим в левую часть. В правой части мы оставим все слагаемые, не содержащие перемены. Выполняем подсчет. Минус 0,2х равняется минус 10,8. Находим неизвестный множитель. Х равно минус 10,8 мы должны разделить на минус 0,2. Вспоминаем правило деления на десятичную дробь. Для этого вы должны перенести запятую вправо на столько знаков в делимом делителе, сколько знаков после запятой находится в делителе. В данном случае на один знак. Значит, на самом деле мы должны минус 108 разделить на минус 2. Выполняем деление, получаем значение 54. Ответ 54. Хочется обратить ваше внимание на то, что не обязательно слагаемые, содержащие неизвестные, должны находиться в левой части. Обратите ваше внимание вот на такую запись. Уравнение то же самое, но перенесем слагаемые, содержащие неизвестные, наоборот, в правую часть. Получим 10,8 равняется 0,2х. Запишем в удобной для нас форме.
0,2х равняется 10,8. В чем отличие? У нас не будет деления двух отрицательных чисел, а будет выполняться деление двух положительных чисел. Но ответ получается такой же. Х равняется 54. Итак, рассмотрим более сложные уравнения. Следующее уравнение. Минус 6 умноженное на х плюс 2 равно 4х минус 17. В чем сложность этого уравнения? Мы не можем с вами сразу применить на ранее изученное утверждение. Мы должны раскрыть с вами скобки. Применяя распределительный закон, в левой части этого уравнения раскрываем скобки. Минус 6х минус 12 равно 4х минус 17. Теперь применяем наше изученное утверждение. Неизвестные слагаемые, содержащие х, собираем в левую часть. Известные в правую. Выполняем действие в левой части, выполняем действие в правую. Находим неизвестный множитель. Х равно минус 5 мы должны поделить на минус 10. Х равно 0,5. Ответ 0,5. И последнее уравнение предлагаю вам решить. 18х минус 19 в скобках вычитается 4 минус 7х и равно это минус 73. Чтобы решить это уравнение, мы должны с вами раскрыть скобки. Чтобы раскрыть скобки, мы должны вспомнить с вами правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс» или стоит знак «минус». Перед первыми скобками стоит знак «плюс», значит, скобки опускаются, знаки у этих слагаемых, стоящих в скобках, сохраняются. Перед вторыми скобками стоит знак «минус». Это означает, что мы опускаем с вами скобки, но при этом меняем у слагаемых, стоящих в скобках, знаки на противоположные. Значит, получим минус 4 плюс 7 х равняется минус 73. Теперь применяем наше изученное утверждение. Переносим все слагаемые, содержащие неизвестную, в левую часть, а все известные слагаемые соберем в правой части уравнения. При этом не забываем, что мы должны поменять знак у слагаемых на противоположный при переносе из одной части уравнения в другую. Выполняем подсчет. Находим неизвестный множитель. Минус 50 мы делим на 25. Х равно минус 2. Значит, ответом является число минус 2. Таким образом, сегодня мы с вами на уроке рассмотрели одно из главных свойств при решении уравнения. Еще раз хочется обратить внимание, что если какое-нибудь слагаемое мы будем переносить из одной части уравнения в другую, при этом мы обязаны изменить знак его на противоположный. Мы получим уравнение, имеющее те же самые корни, что исходное уравнение. Чтобы закрепить ваше это умение на практике, я вам предлагаю выполнить домашнее задание. Если вы обучаетесь по учебнику «Математика 6 класс, автор Никольский», вы прочитайте, пожалуйста, пункт 3.5 и выполните задание номер 1174 под буквами А, Б, В, Е на странице 237. Если вы обучаетесь по учебнику «Математика 6 класс, автор Мерзляк», прочитайте, пожалуйста, параграф 41 и выполните задание со страницы 241 под номером 1143 цифры 3 и 6 и 1146 цифры 1 и 2. Я вам желаю успеха в изучении математики. Спасибо за внимание. Good morning, boys and girls. I'm glad to see you. How are you? I hope that you are fine. Let's start our lesson. And today we are going to talk about the following theme. Let's start. First, let's discuss what holiday activities we can do during our holidays.
we usually stay in a luxurious hotel. In your student's book at the page 96, it's on the picture D. We usually go sightseeing. It's picture B. We usually visit museums. Picture A. We usually attend a performance. Picture C. We usually taste local food. Picture F. We usually go shopping. Picture E. We usually, of course, buy souvenirs. And our theme is holiday plans, and our target for today to speak and to write about holiday plans. And during our lessons, we are going to learn words and phrases, especially grammar form to be going to. Read examples and a letter, and make and write sentences about your plans. When we discuss holiday plans, I suggest you to use the following phrases: I would like to, or I'm going to. For example, this summer I would like to go on holiday to Sochi, or I'm going to sunbathe there. But don't forget, we have different pronouns, and with each pronoun we have different grammar form. For example, I am going to. He, she, it is going to. We, you, they are going to. Let's do the following exercise. Exercise 2 at the same page 96. You have the letter. How is it related to our theme? How do you think? Of course, it's related to our theme because it's telling us about holiday plans. If you read very attentively, you could find out our phrases we have already discussed. But you see that the paragraphs are in wrong order. So your task is to read this letter and to put the paragraphs in right order. So let's check. What phrase will be the first? Of course, the first paragraph, the addressee. A person who do you write a letter to? In this letter, dear Darren. The next paragraph is so-called opening remarks. In this paragraph, you are greeting your person. Greetings from Moscow. I arrived here with my family yesterday and we're already excited. The city is terrific, and there are millions of things to do. So the next paragraph is so-called main body. In this paragraph, our Lucy is describing what they are doing in Moscow. First of all, we are going to do a lot of sightseeing. We are going to see the Kremlin, Red Square, St. Basil's Church, Lenin's tomb, the Pushkin Museum of Fine Arts and the State History Museum. Dad is also going to take us to the famous Bolshoi Theater. Isn't it wonderful? My sister wants to go on a day trip down to Moskva River, but my dad says it's too tiring. So we are not going to travel there. That's okay there, because we are going to spend a whole day in Moscow Zoo, the biggest and largest zoo in Russia, which has a great collection of animals and exotic species. The next paragraph is the continuation about her mom. Mom can't wait to go shopping. She wants to visit the gum department store, the largest department store in Russia, where you can find everything from clothes to caviar. She says she needs the whole day to spend there. As for me, I'm going to taste as many local dishes as possible. Russian cuisine is delicious, and their pies and chocolates are just great. I hope I can fit in my clothes when I get back home.
So, the next paragraph is closing remarks. In this paragraph, we say goodbye and write why we stop writing. I'm going to take lots of interesting pictures to show you when I get back. I'm also going to bring you a matryoshka. And the very last paragraph, signature. So, your name, Lucy, in our letter. So, now let's do the next exercise. Exercise 3, page 96. Read the letter one more time and continue the sentences. Let's check. Lucy and her family are in Moscow, right you are. The trip down Moscow River is tiring. They are going to see a lot of sightseeing. Lucy's mother is going to go shopping. And let's check if you remember our phrases we have learned today. But we have new phrases. So let's try to match these two columns. I give you some minutes. Now let's check. Attend a performance, right you are. Borrow an umbrella. Enjoy an opera. Fly to another city. Get soaked. Go sightseeing. Have a party. Stay in a hotel. Taste local food. Visit a museum. So, dear students, your home task for the next lesson is to learn these new phrases and to make up 6 sentences about your plans using these new phrases. Use all the pronouns, please. I, he, she, it, we, you, and they. Thank you for your attention. I wish you good luck. See you next time.